обманула. Рыбка обманула. А такая поклевка была классная. Ну что, всем привет. Выбрались мы с товарищем на рыбалочку, на фидер с утреца. Уже кое-что поймали, но небольшое, но поймали. Уже рыбка есть. Кормим, кормим, ждем крупничка. Если будет интересно, то, конечно, обязательно покажем. Погодка хорошая. Одно удовольствие рыбачить. Так, правда, берег такой не совсем удобный. Ну, Саня в кресле, ему там отдыхает, да? Да, там Саня отдыхает. Аж провис. Клеска провисла. О! Да блин, не. Все, вот так. Да. Что-то хорошее. А нет. Что я там поймал? Что я поймал? Я за спину поймал, что? Я что-то... Намоталось. Нет, за плавник. Что за кадр? Плавником, наверное, поднимал. Это круто. За плавник поймал. Ши. Вот это чудо. Во, рыба клюет как. О, какая. Симпатичная густерочка. Правда, не по-спортивному вытянул, но ничего. Ну что, вот густера попадается с ладошку. Ух ты! Ух ты, какие поклевки! Моща! Что, мимо что ли? А нет, что-то попалось. Небольшое. Оба! Густерка. Фу. Нормально, вот. Только не говори с ладошкой. С ладошку. Тут меня поправляют, говорят, с детскую ладошку. Все возможно. Вот это поклевище. Опа. Вот это поклевище. Так, что-то попалось. Что там у нас? Опа. Оба. Да. Рыба, а это с ладошку. Так, не нормально. Правда, танцует. Вот такая. Пойдет густерочка. Вот что-то кроме густеры, а несколько сенцов еще. Плотвы нету и подлещика. Вот это поклевище, слышишь? А! Сходу. Только забросил. Сходу. Кто там у нас? Опа, ну это поменьше. Это... Да ладно ты. Небольшенькая, но приятно. Опа, ух ты, какая поклевочка. Ух ты, опа. Два клиента, бля, не у нас. Она в Одессе, когда приехала.
Так, смотрим, что там у нас. Оба! Густера. Это поменьше. Вот она пьет, да, они трут, блин. Ну, была поклевочка, да? Ну, была. Так. Так, немножко про прикормку. Пшено. Остатки с прошлой рыбалочки. И интересно, прикормку. Вот такую. Продается в светофоре. Даю. Все боятся ее покупать, но и нормальная прикормка. Вот пробую, ловится рыбка. Как бы ничего такого. Нормального качества. Да, много может жмыха вот этого вот с подсолнечника. Ну, так, прикормочка. И запах. Все натуральное. Естественно, надо добавлять или пшено, или сечку какую-то. Одной этой, как говорится, кормить не стоит. Ничего, мне понравилось. О, какая погодка сегодня. Речушка наша. Правда, передавали дождь. Так, а у Сани, наверное, какая-то модная прикормка, да? У меня вообще она... Это иностранная какая-то? Да, для отдельной рыбы. Мы сортируем потом рыбу еще по отдельности. Это не для мелкой рыбы. А, о. Для самой крупной. Главное верить, да. Она должна подойти вот-вот. На обед. Ух ты, рыбка гуляет. Ну. Она уже балдеет от моей прикормки. От запаха. И у меня вроде клюнуло. Хотя. А вот и первая плоточка сегодня. Небольшая, но первая. Нормально. Санек клюет, смотри. Опа. Ру снимай нахуй. Ру, что тебе, блядь? Ну, так, что там? Ого! О, это уклейка. Мощная рыба. Блин, а уклейка попалась. Как, ну? Она так на глубине попалась? Ну? Поводок длинный, может быть, играет роль. Блин, а уклейка, ну. Ну, большая, не, а? Я ее все-таки отпущу, наверное. Видел, какая поклевка? Блин. Один раз тыкнет и все. Странно. Да какая поклевка? О, о, о.
Я вот этот раз поближе к нему. Опа, опять. Моя любимая рыба. Да что такое, уклейка пошла. Это говорит о том, что на дне больше ничего нет. Эх ты, уклейка, блин. Моя любимая? Вряд ли. Опять поклевка. Может опять это? Ну, наверное, уклейка, скорее всего. Сейчас сниму крупным планом. Он трясет. Скорее всего, да. Сейчас достану. Ну. Ку-ку. Да. Угадал. Ты попал на стай. Блин, ну. Поклевочка шикарная была, шикарнейшая поклевочка. Я не успел включить. Без продолжения, без продолжения. Еще рыбачок ездит. Ничего себе поклевочка, сразу же, только кинул. Наверное, уклейка будет. Это сразу. Да, в чем здоровая уклейка. О, какая. Сразу, только забросил, блин. Ух ты, ух ты, смотри. Опа. И этот, карасик не попал. Блин, мимо, слышишь? Такая поклевка в спине трясла весь. Клевок это. Не выдержал, так все-таки. Спокойное место. Да. Вот пошел на другое место. И стало клевать. Что, друзья, уклеечка подошла, густеры нету, тишина, ни подлещика, ни плотвы. Удивительно. Удивительно. Далеко не кидаем тут. Дальше мелко. Вот метров сколько тут? 15, 10, 15. Вот такое вот местечко. Конечно, рыбка есть, но что-то подтянуть немножко. Выходной день сегодня. Вот сегодня у нас суббота, 8 июня.
куда-то. Спустились мы немного ниже деревни Селиба. Не рискнули туда поехать, потому что, наверное, людей будет сегодня выходной день. Тут более-менее спокойно. Вот спиннингист там с лодки бросает. Вот. Место симпатичное. Глубина 1,5 метра. Какая-то кувшинка с берега растет. Вот тут симпатичное место такое вот. Сегодня, правда, здесь рыболов уже был, на удочку рыбачил. Но... Да я пришел тебя навестить. О, какой. Типа мыса такого, да? Интересно. Бревно лежит. Ну, ну, прикольное место, классно. Я закинул вот сюда. Ага, по струе, ну да. Интересное место, здесь такая как суть с обраткой. Вот так вот течение. Интересное местечко. Может, где я ловил? А где ты стоишь, что ты ловил? Так и дал. Ну. Ладно, не буду тебе мешать, пойду. А, там вдруг еще кто-нибудь придет, а там с Настей. Ну давай. Опа. Но это уже плотва. Да. Это уже не уклейка. Это уже плоточка. Пусть такую малышку. Блин, тут дерево. Совсем мелочь начала клевать. Поклевочек нет. Ну что сказать по сегодняшнему клюву? Не очень, конечно, поклевывает рыбка. Но... Сначала была уклейка, сейчас вообще ничего.
Ну, рыбачим на Березине, ниже Бобруйска, где-то километров, наверное, 20-25. Вот. Погоду передавали дождь на сегодня, но погодка классная. Ну, приехали с утра, как бы выехали на часа в 4, в начале 5. Поклевала, густерочка поклевала небольшая. Несколько сенцов поймал, штучки два таких с ладошку. Вот. Ну, пока мы с ними рыбалочку будем продолжать, но будет что-нибудь интересное, наверное, запишем потом еще. А пока мы с ними, я уже съемку прекращу. Ну что, всем ни хвоста, ни чешуи. Может быть, будет продолжение. Посмотрим. Все, всем пока, мисс, пока.